контент пошел, контент, пацаны. Бабан, не дудось. В смысле? В чате пишут. Ладно, окей. Не буду. Не мы такие, жизнь такая. Блять, я снова под водой. Алло, почему я под водой, блять? Блять, а где мой труп? Под пиво. Ты тоже, да, видишь это, Коля? Блять, а где мой труп? А чё чёх не тянется? Жрёт, что ли? Да, погоди. А, я понял. Это Коля. Висим. А. Там люди летают, держите в курсе. Ну их нахуй. Бля, жизнь. Ой, блядь. О-о-о, потащил, потащил. Я тоже сигача заграпал, всё, сигач мёртв. Оп, тело. Два. Изи. Сигач, короче, в перегрузе. А, он пустой был. Проект Росгигант на PlayStation 4 приветствует всех новых игроков на своих серверах. Здесь вы встретите взрослую адекватную администрацию, которая ответит на все ваши вопросы в течение 2 часов. На сервере рейты преимущественно X3 и карты Ragnarok. Но 1 числа добавление в кластер новой карты Extinction. На сервере также имеются ивенты с интересными призами. Так что проект Росгигант ждет вас на своих серверах. Ссылка в описании. А хуй у нас стоит за стенкой, ебашка. Александр Родионович Борода. Просто, блядь, выкидыш неудачного инцеста, блядь. Неудачного инцеста? Что, блядь? Мне сейчас вообще через текстуру броню сломало. Коля в словарный запас добавил слов. На 7 секунд откат, блядь. Я заспавнился, мне, короче, обратно в этот... Самое. Бля, обратно в могилу на карту, еще 6 секунд резится мне. А я смотрю, можно возродиться через 2, 1, 0, и потом опа, 10. Не-не-не, 10 сразу, почему? Не, я такой, я возражаюсь, черный экран, мне, короче, обратно на карту, еще 6 секунд жди, короче. Рано ты собрался в этот мир. А там нету в магазине? Там 4 человека, блядь, сейчас готовятся шахи. Одну турель? Кста, да. Автомат бы сюда. Они слишком близко. Сейчас игрики поставлю. Бля, разгрена вам. Грабаем, надо грабаем. Красава! Ну и чё, стоите, давайте с композиток стреляйте. Чё это я стреляю? Не путу. Грузит. Сука. Стегу грузит. Кого грузит? Стегу? Пойди, блядь, ну почти, сука, грузили, сука. Надо было сразу всем стрелять. Можно, пожалуйста, отведу Веру? Пожалуйста. Можно, Настя, можно. О, о. Это что, они ждут их? Ну все, парни. Ну отходи в сторону. Я проход за контрол. Вот, видно, я записал все. Видно, что башки нет у них, она, и он стреляет. До свидания. Alt F10. Alt F4. Все, ну там чисто момент, я убрал из текстуры хуярит, а потом записал это. Надо посмотреть, чтобы кто убил, блять, он же не знает, кто убанит, точно. Бля, надо, чтобы меня он убил. Отграбайте меня потом, как сейчас застрелю. Чтобы вы понимали, я ставлю сейчас, где турель находится на эти мостики. Открываю дверь, подхожу к турели, начинаю ставить, провагивать сервак, я ухожу оттуда. В итоге меня кидает обратно, и за мной закрывается дверь. Я так пересрался, я думал, в лаву полечу. Тупо я стою у турели на краешке и чуть не падаю, и за мной закрывается дверь сама. Нормальная игра, чё? Расскажу интересный факт, у нас пидорас по базе бегает, но это так. В смысле? Да лаги ебаны, у нас все скрины нашей базы уже в чатах их. Конечно, Серег так висит. Я понятно не знаю. О-о-о. Наш тягачей я там посмотрел, как кто-то у нас в сейфе, блять, лазит. Как, по-моему, даже я. Заграбал, с учём своей брони, блять. Текстуры турели, это вообще жопа какая-то. Они заебали грузить жопу. Черепаха, да? Они постоянно загружают живку. А почему? Да, бля, грудака нет, да. Стерва уебала. Да нет, этот перегрузи, ещё его грузят. Настя, текстуру турели, это просто жопа какая-то. Блять! Газгрену кто кинул опять? Вы чё, издеваетесь? Глянем. Или это не кинули? Сука!
Там турка разряжается. Нахуй ее вообще поставили? Да чтобы больше проход законтрить. Чтобы они тут не бегали, не загружали. Все, я ее подобрал. Самое забавное, что сейчас сервер опять встанет, на место нашей базы будут возрождаться 30 человек с лишним. И опять ляжет. И опять все будет так же. Че, вы о чем? Опять перезагрузка будет сейчас? Да. Бля, ну а там лохи, да, какие-то очереди, да, лохи. Ну все, сейчас Чича зайдет, пацаны, став поднимет, как бы, ПВП. Сейчас тебя Крош увидит, как бы. Ну ты, агент, да, Стивис, понимаешь. Ты еще Крош увидит, и ты будешь стоять с крюками, перевесив, перекачанным весом, и все. И будешь плакать, как тебя Крош убивает, хедшот постоянно. А, это да, он тут, что ли, да? Блин, да что с сервером? Я даже хукнуться не могу. Опять завис. Это просто чуваки заходят, нашу базу прогружают. Блядь. Блин, а можно это в видео ставить? Конечно, будет. Опять? Опять снова. Пока все не пробудят данную зону. Победители не те, у кого времени больше, ресурсов больше. Победители те, у кого жопа железная. Им как бы похуй, ни слова чем про это. Ну понятно, кто все овощи крадет. Слышишь ты это с босса? Понятно, Чичи, ясно. Да, не оправдывайся. Ребят, тракторку надо подключить. Че их шуганул? Вам скрин будет? Сейчас кидаю. Сейчас ты завис. Да, он сдох, лох, тварь. Почему? Питер вообще пиздел прям. Фу. Плохо плюнул. Сразу поубегали отсюда все нахрен. С базукой завистит. Посмотри, все, друг, ты можешь. Ну, перегрузил уже на базе. Нет, грабь или дорожка? Ай, блять, больно. Ух, ебать там точка. Вот опять тут стреляет, вот из этой точки. Тупо опять стреляет, меня опять раздели. Как выдаем банку, киндаун. Тащи, вроде. Да никак в текстуре, там идет, да? Нет. Тогда иди отсюда. Во. Ладно, я пойду на Абер тэпнусь тогда. За седлом. Господи. Как же моя турка тут просто всех ебет. Он опять меня почти убил. Мочлюха. Он откинул нахуй. Слушайте, ну они уже часов в 7 не могут в эту пещеру зайти. Это просто какой-то рофл. Он опять оттуда стреляет на ту. Я уже говорил это 1000 раз. Ты девчата. Так, ну шо, надеемся и молимся, то что у меня на балансе есть. Нет, жопу наш на балансе. Ну так там вообще елей, мы с ним когда-то играли. Че? Ура! А, так это Дуда рейдит, да? Да. Как только слышит, блядь, куда ты идешь? Дуда. Мы с ним играли? Черепах. На 309? На 39, золотые. Я говорю, рейд закончится баном, блядь. Мы кого забанили уже? Ну, их забанят за такую хуйню. А потом начнут писать то, что купили админа и их забанили. Во время рейда. А у них постоянно такая хуйня, мы сколько вроде у них не дефался, постоянно они в бане, блядь, ходят. Они постоянно хуйню творят. Заметьте, Крош админ начал следить за Крошем активно в Дискорде. Крош больше одни голову не дает. Да нет, совпадение. Ладно, на изи человек. О, полетел на парашют. Далеко не улетел. Тупо десант, пацаны. Нет, главный убийца, киллер пришел, пацаны, вы вообще откинитесь. Так, включите. Включаю. О, хорош. Все, стек без наездника. Дайте по стеге. Вес тупо откинулся. Вы не стреляет. Не, работает. Да, не стреляет. Что не стреляет, не стреляет. Я стреляю. Давайте по стеге. Турки не стреляют. А что только выжившие? Нафиг играете. Блять, админ конченый нахуй или что? Сука, ему 4, блять, ебучих раза сказать, что он на упырь ебаный сидит. Нет, ему похуй. Да я сейчас альтану и все. Не ори.
Чего горит так, я не понимаю, ребят. Вам же ясно сказали, то, что они сидят в текстурах, это нормально. Мы можем юзать холодильники. Чего вы еще чем-то недовольны? Спасибо. Подтянулось. Слушайте, какого хрена только они у нас разряжают? Давайте их тоже поразряжаем, что нет. Так, кстати, удобно, тупо дефаешься, рез и дефаешь. Кайф. Во, пошло дело. По 90. Вот Петер в чате, видите, Нео пишет. 188, это трапс Алис. Читайте, что он пишет. А у Денсера имя Нео. Его там бомжи отпиздили. Когда убили. Это просто скрин, понимаешь? Он сам признался, что там бомж. Ля, топ-контент от Денсера, пацаны, вы не шарите, заткнитесь. Пацан старается, делает контент. Ля, ну нахуй. Пацаны, контент, все записываем контент топовому ютуберу Бобби Шоу. Контент пошел, пацаны, давайте. Рейдим, давайте контент запишем, пацану. Ютуб. Лайки классы, чтобы ставили, комментарии писали. Я колокольчик нажал, 3 раза ставлю лайк с 3 аккаунтов. Того 9, пацаны, математика. Всем желаю закончить 3-й класс, чтобы ставить по 3 лайка. Чем больше ваш класс, тем больше лайков вы ставите. Давайте, пацаны, начинаем рейд, начинаем, все, разминка окончена. Давайте, мы ждем. Разминка окончена. Начинайте пуш нормально, как настоящие PvP, ребята. Начинайте рейд, где рейд, пацаны? Мне сказали, что будет рейд. Я пришел на рейд, а вы тут сидите и спрашиваете. Где рейд? Я не вижу рейд, нападайте на нас, вы черти из текстур стреляющие. Быстро напали, я не понимаю, что за контент вы, пацаны, записываете. Как вы на гиги богомолов грызете? Где весь контент? Я хотел прийти на нормальную войну, а пришел смотреть, как меня даблшотами из текстур стреляют. И как Василиском просто плюют. Да? Что за контент, пацаны? Где весь контент? Я не понимаю, где мой контент, пацаны? Зачем ты его убил, Рути? Записал, я живой, братья, все мои дорогие, я жив, живой. И все время просто в голову лить. Что он ломает? Один реально походу вышел, блядь. Турку пытается сжечь стеков. Поменьше. Его просто жалко. Пацаны, давайте всем драйвом. 20 человек поднажались, глядишь и сожгете. У нас же нет больше стеков с текстурок. Больше нету, последнее, пацаны, представляете? Жгите. Давайте. Это весь рейд. Спустя 6 часов вы ломаете дайковскую турку стрелами огненными. Давайте. Еще. Че, стрелы закончили? Ничего, идите нафармите через 10 часов. Можно я еще убью, пожалуйста? Еще 10 стрел. Во. Давай. Я попадаю. Его загружать собираются. Да блин, ну не бей, это специально, пожалуйста. Я убивал челиков, которые его грузят. Отлетаешь. Вот это что за стрельба, бля, через текстуры идет? Второй. Сам ответил на свой же вопрос. Руди. Да. Вот, блядь, опять! Что есть? Килки. Обычная стрельба с текстур, чё вы? Чё, без холодоса нереально законтрить. О, нет, я ему пишу, у меня идеальный пуф, у меня 2 видоса, где меня киляют, сука, я не вижу человека, а меня киляют, блядь. Просто мне патроны, трассер появляется в воздухе где-то, блядь, он чисто в воздухе летит. Я ему 2 таких видоса кидаю, идет он нахуй, блядь. Вот он там в уголке сидит, его даже по разару детектит ниже, чем этот. Ниже, чем скала идет. Готовьте вес на крысу, просто стойте и лицейтесь. Готов. Все, нет крутокрыса. Я не нашел сюда на карбонемиса, поэтому... Меня на 3 просто замучили. Они... это черепах. Да. Никита, ты в уши долбишься, говорю, сейчас принесу. Пиздец, серьезно, какой-то даун, блядь, пытается на тег турку сжечь. Это, мою бочку этот дебил забрал. Поставьте... карбонемис летит. Перевесим. Я смотрю, пацаны жестко рейдят. Давайте, не тратьте по великам пусть. Они думают, что это турели, если что, стреляют, вот тупые. Они все еще ломают текаски огненными. Прикиньте, да, прикинь. Кто нас рейдит? Я не знаю, они даже 20 человек в пещеру-то зайти не могут. Они пушкой ломали так базу, что ты мне говоришь, там, когда я в Амбрелла играл. Я забрал его. Тига.
Да он, Саня, походу, гибнет. Еще чуть-чуть будет аниме. Красава. Немножко подождите. Только, Сань, ты не учел, они по округе турки расставили, ты не подведешь. Блять, я такой даун. Еще черепаха. Они справятся специально, чтобы зелик пробежают. Алло. Да они не смогут пробежать. Кому дамаг идет у нас? Пойди на велик и сядь. Бей за велик. Черепаху. Ну выглядишь ты, турки, что вы разрезаете? Надо расхавать их быстро потом. И ты не поубил. И черепахи. Да. А, супер, у нас велика уронили в лаву. Как велика в лаву уронили? Вчера. Кто? Да пофиг, у нас их много. Кто уронил, того и страшно. Захавайте их, надо захавать. Не хавай, пока не хавай, не хавай, не хавай, не хавай. И стоит композит, дропник композит. Они вообще сегодня за целый день хотя бы смогут зайти в пещеру или нет? Смотри, там урон пошел. Мега грузит? Я в мега стреляю. Да, там дикая гига уже спустилась. Это по гиге? Хера они там. Они бьют гигу. Это гига, это гига под ВК их? Да, гига к ним упала, гига к ним упала. Найс. Видео разъебал. Да, они гигу пиздят. Дэв дикой гигой. Парни, шо съебало? Кусики, парни. Как вам дела там? Я пойду посмотрю, как гигу жрут, долбоебы. Блять, Арчи. Ебани, они ухуярят всем статиком. А чем они ухуярят? А, они захуярили, кстати. Опять сверху двое. Сверху двое. На, в лицо. Тихо. Не убивай, не трогай верхних, пусть убьет. У меня видос пусть убивает, там двое, блядь. Тех нахуй в бан отправят. Там же, на том же месте, блядь, сидят на двое. Я чекаю. Блядь, полный удовольствие лишаешься. Что-то, знаешь, какие-то скучные. Да, в его. Вижу, прыгнул там. А вот сейчас его рили не видно, сейчас он чисто в текстурах. Чё он не убивает, блядь? А может давайте так активно патроны тратить не будем, у них-то есть возможность фармить, а у нас о, нет. О, пизда, бан нахуй. Голову я бы ему вообще по 6 бы убил где-то. Сейчас бы... Нормально. А, нет, это в голову. А в ногу я не попаду, а в ногу попадался. Во, нормально, гноби им трайков просто. Это еще социалка. Чё ты остановился-то? Он красный. Ну, чича, добей трайку, чё ты? Давай. Друзья! Всё, хорош. Раз, два, три, ебало завалили. Ну нет, опыт. Зря только у них там школьники неадекватные сидят. Раз, два, три, четыре, пять, твоя мама умерла, блять, нахуй. Понятно. Все, готово. Убили? Да. Да. Это что вообще? На птере серьезно. Да, пацаны видосов Софа пересмотрели. Че поебе? Все, готово. Грабим. Турку вырубите. А сечка не была? Да, была, взорвалась. Ходи там все, блин. Блять, велик! Съешь труп? Угу. Это что вообще? Ничего у них за броня. Охуенная. Пиздец. Через текстуру стреляй. Заткни свою пасть и не позорься, иди рейди, а то пришел и вообще не делаешь. Я хрена ты ему накидал. Велик через текстуры стреляет. Контент, братик. Друзья, да, это видос кидается, не знаю, типа... Если его забанят, мы, в принципе, можем не кидать. Там еще один сейчас стоял только. Да, я заснял, сейчас я его кидаю. Там тричал был. Бля, они там, по-моему, холодос поставили. Полетел. Что? Турки поднимают. Да все, им не скули, пес. Куда? Там турки не достают телефон. Я сказал не скули, ты команду понял, пес. Иди подними. Они вверху вот стоят. Чичи просто над школьником доминируют. Накидали лютом. Больше никто не ставит турки.
нас, блядь, велит охуенность. Контент, пацаны, контент. Да, кто у нас, Чича, давай, как ты стреляешь через текстуру, покажи прям на видео, давай. А, давай, как ты зажимаешь до этого. Как ты зажимал до этого, что жаловались на тебя, давай. Слышишь, они не выходят, они черти, они выходят на полкарты, я их стреляю, они заходят. Нет, нет, стреляй просто в пустоту даже, представляешь, что там человек есть, и стреляй просто в пустоту. В пустоту. Опа! Дожгли сразу. Минус велик, опа! Опа, я подожгли. Во, просто, просто показать того, как сейчас велик стрелял. Где тут альтер 10? О, пошел на. Откисай, лох, черт, тупо бан. Иди, не позорься. Я сейчас столбика задохну уже. Контент. Контент пошел, контент. Пацаны. А вот после этого выживания куда пойдем играть? Нахуй. А, ну это мне нравится, в принципе. Прекрасный сервер. Реальные текстуры. Всегда пожалуйста. А кто такой гипстер? Тихо, я, блядь, сейчас... Ну это нормально, он через текстуру до сих пор стреляет. Сука, хули его не забанят. Кристалл попросил его вернуть. Я уже закидываю. Грапайте, алло. Откисай, лох. Откисай, лох. Заграм по стегу. По переднему стегу. Отписай его. Почему я в этот момент я ушел? А, о, в них пробежать тело хотел. Да-да-да, они собрались бежать. Ух, кому? Ух, контент! Короче, меня отстали. Саша, ты забежал! А, они забегают, слышите? Ох, сука, минус турка. Ай, больно. А, они забегают с сишками. Так а может они что-то взорвут? Одну турку взорвали. Они только одну турку взорвали. Так, стамина им никто не качал, только хп. Все, давайте убиваем из тех. Они к ним подойти не смогут. Сыны вообще жесткие просто взяли и отдали из тягачей. Ну все, их сразу на подходе убивают. Короче, мне написали так, если мы будем стрелять с текстур, которые видно, а другим не видно, то я не буду стрелять с этих же текстур. Так что, Велик, либо ты стреляешь оттуда, и они стреляют, либо ты оттуда не стреляешь, и они не стреляют. Пиши, пиши, так. Пиши, что я ставлю холодос и стреляю. И пусть они стреляют тоже. А, ну если... Если такая хуйня, так нам профитнее, блядь. Говори, типа, мы садимся на холодос, и они садятся на холодос. Если он пишет окей, все. Пусть идет нахуй с такой политикой. В принципе, согласен. Грабните кто-нибудь. Не вес, не вес. Добейте. Все. Все. А, он откис. Я. Прошу. Да, моя. Забанили его, да? В натуре. Хуесосом. Забанили. Осуждаю. Он написал, что забанили китайца? Осуждаю. Да. Вот, забанили, блядь. Бегут с турками, с турками, с турками бегут. Ой, с этими. Только что китаец убил. Осуждаю все оскорбления администрации. А почему мой став пропал? Его съел. Крокодил. Короче, все, он разбанил китайца, ставьте холодосы, все. Он решил разбанить, будет стрелять, все, Влад, ставь холодос. Все, заебали, блядь. Я на себя удар принял, пацаны, можно считать меня героем. Если он разбанил китайца, значит он признал стрельбу с текстур законной. Все, значит мы расставляем холодосы, блядь. Че, долбоёб, блядь? Вы долбоёбы, там китаец с Аимом играл. Все, попы, Влад, ставь холодос, всё. Да вы конечно, ты пизда. Я в турели нормально. Блядь, я понял, все, можете расставлять холодосы все. Блядь, пацаны, говорили, Galaxy самый охуенный нёв, да? Отодвиньте этого велика, турель заканчивал. Адуин просто заебался разбирать наш срач, поэтому все. О, наш подъехали. Владиска. Пошел контент. Поменим. Так они, блин, близко как. А, ну ладно, нет, нормально. ГГ пацанам. Сейчас они такие думают, это их пришли выносить или это нам им помогать? Нет, я думаю, на все те, кто им предлагали помощь, они отказали. Кристалл, гении мыслят одинаково, понимаешь? Контент, парни. Помянем. Причем он рядом, кстати, посмотрите, он с
справа от нас. Пресс F. Да, это вот они сказали. Да-да-да, они на поляку. Это лучи, это луч какой-то. Основа жизни разнообразия, но мы так стараемся в любых пристрастиях придерживаться крайностей, пока я фанатично стремился освоить все, что нравится. Мне предъявляли, мол, проваливай, это неправильно. Нужно найти свой стиль, это и есть мой стиль. Общественный инстинкт видеть во всех стереотипы, но я тоже человек, прости. Внутри меня есть мир, пойми, он никогда не полетит вокруг твоей оси.